ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в Новочебоксарске. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли женщина-водитель и две ее пассажирки. ДТП произошло 16 декабря около 17 часов по улице Промышленная в районе предприятия «Хивел». По предварительным данным, 14-ю во время движения в сторону поселка Атлашево вынесло на встречку, где машина столкнулась с «Маздой». Женщина за рулем 14-й и две ее пассажирки скончались на месте. Водитель иномарки по предварительным данным не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.